Всем привет! Сегодня у нас обзор дома на улице Майская. Дом расположен на участке 4 сотки. Дом 1,5 этажа. 140 квадратов. Сейчас покажем снаружи, как он выглядит. Затем зайдем внутрь и продемонстрируем, что внутри. Значит, на заднем дворе у нас скважина для второй воды питьевой. Здесь, кстати, на улице выведена у нас вода. Так вот выглядит дом. Впереди находится септик 12-кубовый, дренажный. Пойдемте в дом. Дверь утепленная, 10 сантиметров, с минеральной ватой. Заходим. Здесь у нас уже во всем доме стяжка залита. Теплые полы во всем доме, не считая спальных комнат. В спальных комнатах, естественно, теплые полы не рекомендуется. Разводка электричества, то есть отдельно все можно включать. Дом уже топится, уже просыхает. Первая комната у нас идет около 14 квадратных метров. Разводка электричества вся подготовлена, под бра выведена, под розетки. Также здесь под интернет, телевизор. Все подготовлено. Обратите внимание, вся разводка электричества у нас в гофре. То есть все сделано по нормативам. Значит, вторая комната также около 14 квадратов. Точно так же вся вывод электрики есть. И смотрите, прошу обратить внимание, радиаторы у нас на всю длину окна. То есть не будет запотевших там углов, плесени и так далее. Пойдемте дальше. Здесь у нас небольшая кладовая. В ней же установлен котел электрический, который уже топится, включен. Это санузел. Санузел достаточно большой. Выводы воды уже подготовлены. Электрика также разведена. Канализация под унитаз. Все уже подготовлено. И самое интересное в этом доме, это вот открытый open space. То есть 5-метровые потолки. Такая кухня-гостиная, большое пространство, теплое, что здесь и полы, и радиаторы, здесь тепла достаточно. Плюс здесь место уже подготовлено под кухню, электричество все разведено, также канализация и вода сюда выведены. И вот таким вот образом идет лестница на второй этаж, где у нас можно расположить третью комнату, либо одним большим пространством тоже там все подготовить. Пойдемте поднимемся. На втором этаже порядка 35 квадратных метров. Здесь электрика выведена. Радиаторы также на всю ширину окна. И здесь вид, собственно, на кухню-гостиную. Здесь перила можно сделать стеклянные, наблюдать также вид в окно, также на первый этаж. Потрясающая планировка и очень интересный проект. Так что этот проект у нас сейчас в продаже. Звоните,